А ведь это не только влияет на формирование доходной части бюджета, а значит и на финансирование социальных программ, которые действуют на территории Анапы. Это еще и новые рабочие места для жителей нашего города. Я преследую интересы анапчан. То есть, Василий Александрович, твой актив, твои помощники должны понимать, что приоритет мы должны отдать жителям Витязева. Не тем, кто приехал рубануть со Ставрополя, с Курской губернии, Карасяева, Черкесии, совершенно правильно. Приоритет мы должны отдать жителям Витязева, чтобы они имели возможность заработать эти деньги. Мы можем увеличить в целом для муниципального образования города Анапы сбор налогов. То есть человек, который имеет магазин, я со многими общался, имел 2-3 магазина. То есть уже как бы не скажем, что он сетевик, но он брал в аренду, где-то у него свой был. Он сейчас закрывается. У него работало 10 человек, сейчас работает 2 человека. То есть они сжимаются за счет того, что рядом стоит на улице точно такой же товар. Это один из приоритетных вопросов, которые вы начали, я продолжу как бы эту тему. Задачи по упорядочению торговли должны взять на себя не только власти, но и предпринимательское сообщество села. Еще одна не менее важная тема – экологическая ситуация Витязева. Местные предприниматели должны объединиться и взять на себя строительство локальных очистных сооружений на тех объектах отдыха, где их нет. В ближайшей перспективе кардинальное решение проблемы – завершение строительства канализационного коллектора по Пионерскому проспекту.